18 номер Юрий Жирков. Под нападающим, но это приблизительная расстановка. Мы посмотрим, насколько это соответствует действительности по ходу матча. Денияр Белелединов под 15 номером. Я представил Москва. И Муту попытался сделать то же самое. Мяч задел кого-то из наших футболистов, кто там стоял крайний в стенке в случае угловой. Вот смотрим повтор. От чьей-то ноги мяч. Справа фланга защитник Козмин Контра. Второй номер из испанского Хетафе. А это в атаке Адриан Муту. Муту пытается запутать наших защитников и сильно бьет. Прицельно бьет. Богдан Лобанс. Известнейший голкипер. Играл за Аякс. Сейчас с Динамо Бухарест. Вот Попа известен меньше. И смотрите, как дали. В общем-то, дали пробить два хвалёных. Летний нападающий сборной России дебютирует в ее составе. И вот смотрите, хороший был шанс. Интересно, что Хидинг сложно было Быстрову принять этот мяч. И уже на по левому флангу Резван Рац. Перевод на правый фланг. И сходу будет удар или подача. Рикошет в угол бросается Акинфеев. Получилось довольно опасно Акинфееву. Акинфеев бросает на ход Быстрову. Быстрова хорошая скорость. Смотрите, как он уходит от Тамаша. И только выход румынского вратаря. Освоились на незнакомом газоне стадиона Стяуа. И вот атакуем. Хороший был перевод Семшова на Адамова. Казалось, что мяч просто отскочил от Адамова. На самом деле получился неплохой пас. Ответный пас. Вот смотрите, ответный пас Семшова. Он пробил и на пути мяч. И вы смотрите, Быстров достаточно неожиданно для румынской обороны, наверное, здесь остался дачу. И вот такой второй довольно опасный удар уже другого плана. Игнашевич по флангу на Быстрова, но очень и очень неточно. Флаг вылетает из рук местного румынского арбитра. Это Бняк и Павлюченко, и Сычев. Очень-очень хорошо уверенного начала атаки нашим футболистам. Может быть, с использованием большим широкого. Ой-ой-ой, пас. Марика прорывается к линии штрафной и бьет в дальний угол. Бьет с левой Чиприан Марика. Наши защитники позволили ему нанести этот удар. Вряд ли можно обвинить в чем-то Акинфеева. Удар бывшего нападающего донецкого Шахтера, а ныне игрока Штутгарта, был очень и очень точным. Вот смотрите, мы говорили о быстром начале атаки. Начать атаку нашим не удалось. Румыны перехватили этот мяч и разыграли такую нехитрую комбинацию. Прокидывает мяч, если не ошибаюсь, мимо Игнашевича. Вот в борьбе с Игнашевичем. Игнашевичу никто не помог. Ни один из Березуцких. Вот видите, как Марик разобрался с Игнашевичем. Ни Березуцкий не помог. Не помог Белединов, оказавшийся здесь. И, в общем, несмотря на то, что Марика был в окружении, рёк нашей обороне. Гускин перед матчем сказал, что он доволен вратарями, что стабильная оборона и вопрос с нападением. Но вот в нападении попытка. Пас Жиркова, начали сразу же отыгрываться, потому что вроде бы, как я уже сказал, устояли против первого натиска румынской сборной. Березуцкие, естественно, идут к чужим воротам. Навес. И вы знаете, мяч летел, когда румыны мяч забили. Это удар в ближний угол. Бил другой Николая, вышедший на замену с Литвой. Ну и потом 10 июня Испания-Россия. Старт для нас чемпионата Европы. Ух ты! Неожиданный удар лучших бомбардиров прошлого чемпионата России прошлогоднего заменил другого лучшего бомбардира. Напомню, тогда два Романа провели по 14 мячей. Но внимание, на левый фланг атаки сборной Румынии. Промахивается мимо мяча один. И тем не менее, мяч этот влетает в наши ворота. Вы смотрите, какая быстрая искрометная атака румынской команды. Сначала по мячу не попал Флорентин Петри. Просто промахнулся. Но тем не менее, наши защитники стояли и смотрели на Петри и вообще на все, что происходит, как зачарованные. Что позволило вот этому 21 номеру Даниэле Николае. Вот смотрим, Петри сначала промахивается, но набегает 21 номер Даниэл Николае из Оссера, нападающий, и посылает мяч в правый, на этот раз уже в правый угол
вратаря есть Погребняк. Врывается в штрафную. Ох, как хорошо увидел подключение Семшова Быстров. Сделал передачу Семшову. И Семшов бил своим известным мощным ударом. Но снова не точно. Смотрите, вроде бы никто не атаковал, но уж слишком отпустил Семшов мяч. И даже, видите, вот его тут активно не атаковал 15 номер Гоэн. Мяч не доходит до них. Сычев как-то возвращается, как обычно делает Корж в таких случаях, на свою половину. Пытается сам что-то организовать. А пока что опасность у ворот Акинфеева. Такой вроде бы невинный навес. Смотрите, чем обернулся. И снова Мариуш Никулаев просто пытается доказать, что не зря его вернули в сборную после двухлетнего перерыва. А это навес Кочеша. Видите, Акинфеев сопровождает мяч, а мяч-то попадает в перекладину. Акинфеев промахивается. И тут же, вот повтор этого момента, там же было еще и продолжение. Потом мяч-то еще и в штангу попал после перекладины. Наносили удар под острым углом, и была еще штанга, нам это режиссеры не показали. И новая атака у румынской команды. Я бы сказал, что это вот момент номер три в сегодняшнем матче, если брать два забитых мяча и вот эта опасная ситуация у ворот Акинфеева. И снова Агераро навешивает на наши ворота. Удар, Акинфеев спасает. Браво, Акинфеев. И все-таки мяч влетает в сетку наших ворот. Вот видите, казалось бы, отвел угрозу. Игорь Акинфеев блестяще парировал этот удар, но Мариуш Никулаев, наверное, не зря мы обращали внимание на то, как ретиво, с каким настроением вошел он в игру. Подачу делает Николица, и вы смотрите, совершенно беспрепятственно Николица навешивает от Березуцкому, тут Широкову. Ну вот Жирков, шанс, есть шанс, мяч летит с рикошетом, удар, в общем, был неплохой, но рикошет